Улицу Дальнего Востока торжественно открыли в Приморье. Мероприятие проходит в рамках Восточного экономического форума и стало традиционным. И земляне, которой дороже, это Дальний Восток. Это Дальний Восток. Традиционно все 11 регионов Дальнего Востока представили свои павильоны. Выставку осмотрела и Вера Щербина. Первый вице-губернатор отметила особенную в этом году концепцию приморского павильона. Самое главное, что мы постарались сделать здесь, это все для инвестора. Если вы обратили внимание, все направления все для инвестора. Ну, наверное, то, что отличает нас, например, от прошлого года, это наука и промышленность, вы видели. И самое главное, если вы обойдете павильон, вы увидите фишка нашего павильона. Это логистика, которая активно развивается. И мы представили все, что касается логистики, постарались представить визуально. Кроме того, вот павильон сделан в Приморье, очень советую познакомиться, посмотреть. Действительно, это пищевые добавки, причем с гидробионтами, это и трипанг, это и наша дальневосточная чага. И обратите внимание, вопросы патриотики. Мы тоже сделали небольшой павильон, там представлены игры патриотические. По завершении ВЭФ выставка еще несколько дней будет работать для всех желающих. Посетить павильоны регионов можно будет с 14 по 17 сентября. Анна Дьякова, новости на 8.